Приветствую вас на канале «Готовим дома». С вами я, Оксана Пашко. И сегодня я вам покажу, как готовить инвертный сироп в домашних условиях. У вас, наверное, сразу же появился вопрос, для чего он нужен и куда его применять, этот инвертный сироп. Я думаю, что вы не раз встречали рецепты, в которых видели кукурузный сироп, патоку или глюкозу. Вот эти все ингредиенты можно заменить одним инвертным сиропом, который легко и быстро можно за 20 минут приготовить дома. Инвертным он называется, потому что при его изготовлении происходит процесс инверсии, расщепления сахарозы на фруктозу и на глюкозу под воздействием лимонной кислоты. Для приготовления инвертного сиропа мне понадобится 0,5 кг сахара, 250 мл кипятка, 1 чайная ложка лимонной кислоты без горочки и 1 чайная ложка соды тоже без горочки. Кипяток я вылила в кастрюлю. Кастрюлю мы берем такую, чтобы толстое было дно, обязательно с толстым дном. И теперь я всыпаю сахар. Немножечко помешиваю, чтобы сахар растворился в кипятке. Ставлю на огонь. Жду, пока моя смесь закипит. Вот эта смесь закипела, и я всыпаю лимонную кислоту, 1 чайную ложечку. Помешиваю, теперь накрываю плотно крышкой и ставлю на медленный огонь, чтобы она чуть-чуть буквально булькала на 20 минут. Или если по градусам, то должно быть 105-107 градусов. Сироп проварился уже 20 минут, я его выключаю, добавляю в него 1 чайную ложечку соды, перемешиваю. Как вы видите, началась бурная реакция, это реакция соды с лимонной кислотой. Эта реакция может длиться около 10-15 минут. Реакция уже практически в инвертном сиропе прошла, сода погасилась лимонной кислотой, и я его переливаю в баночку. Вот такой он получился, светлый, красивый, чем-то напоминает мед. У меня этого инвертного сиропа получилось где-то 0,5 литра. Его можно хранить около 2 месяцев, просто при комнатной температуре, только закрыть крышечкой. Если у вас остались вопросы по изготовлению этого инвертного сиропа, оставляйте внизу их в комментариях, я всем отвечу обязательно. Делитесь этим видео в соцсетях. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. До скорой встречи в новых видео.